Наши милые, добрые, красивые, самые симпатичные, умные женщины. Мы вас очень любим в этом чудном зале, где выступают народные наши фольклорные ансамбли, где очень великолепный руководитель. Мы проводим наш этот праздник уже в который раз. Сегодня время непростое, очень сложное. Но женщины нас всегда вдохновляли на самые выдающиеся подвиги. Самое удивительное, что нынешний вечер совпадает с столетием, когда в России обвалилась монархия дряхлевшая, и когда к власти пришло временное правительство. На него надеялись, что оно решит все вопросы, выведет страну из войны, решит земельный вопрос, уравняет женщин в правах. Ни одного вопроса не решили и продолжали дальше гробить великую державу, растаскивая ее по сусекам. И лишь Великий Октябрь смог справиться. Ведь вдумайтесь, мы наследники не просто Красного Знамени Октября, Знамени Ленина. Мы наследники удивительной эпохи, которая открыла мир в глаза, что можно строить мир, о котором женщины всю жизнь мечтали. Не насилием и войной, а когда человек человеку друг. Не на войне, а на съезде, когда представители всех советов, приехав вместе, приняли решение возродить порушенную державу, но в лице Великого Советского Союзного Государства. Впервые были приняты такие законы и такие порядки, при которых женщина получила не просто равноправие. Все двери были открыты для учебы, для работы. Вот только что мы сейчас отмечали юбилей Терешковой Валентины Владимировны. Ведь простая работница на предприятии пошла в ДОСААФ, стала парашютисткой, была комсомольским вожаком, прорвалась в космос, стала первой женщиной в мире космонавтов. 20 лет возглавляла комитет, советский комитет женщин, да, и подготовили такие законы и порядок, при котором дети спокойно учились, они имели возможность бесплатно пойти в вуз, получить профессию, получить рабочее место и достойно, уверенно смотреть в будущее. А сегодня, после тех событий, когда были преданы высшие идеалы справедливости, дружбы народа, уважения человеку, труда, прежде всего предали то, что свято было для каждого нашего человека, особенно для женщины. Женщина любит покой, мир, уважение. Любит, когда дети уходят в школу, она не беспокоится. Когда они пошли бухгалять, она не вздрагивает при каждом стуке. Она чувствует себя достойной и уверенной. Вот мы вместе с вами все последние годы боремся за то, чтобы эти удивительные права советской страны, которая дала женщинам простор, ее талантам и творчеству, снова вместе мирно и демократично вернули. Я хочу вас поблагодарить, что вы помогаете нам в этом. Извиниться перед вами, что мы не справились, не уберегли единую страну. Но мы все сделаем, чтобы возродить все лучшее, что было в великой советской эпохе. Сегодня мир и планета скучают по этому. Планета уже восстала против эксплуатации и насилия, мстит капиталу и людям за то, что они нарушили баланс жизни в природе. А в природе самое гениальное творение – это женщина, цветы и пчела. Я не в шутку это говорю. Женщина вынесла весь род человеческий под сердцем, дала всем нам жизнь. Цветы всегда прорастают плодами, семенами, дают новые всходы. А пчела – главный эколог на планете и лучшая труженица. Поэтому вы наши любимые женщины, вы труженицы наши пчелки, вы наши главные цветы в жизни. Мы вас любим, бережем, поздравляем и все сделаем, чтобы над нашей страной был подлинный мир и у каждого достойный жизни.